Ребят, хотите 5 донат-кейсов? И это совершенно бесплатно! То вы должны сделать 3 вещи. Это подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А также нужно сделать репост на свою стенку ВКонтакте моего нового видеоролика. Вот именно этого видеоролика, который вы сейчас видите. Обязательно после этого видеоролика зайдите на мою стенку ВКонтакте и сделайте репост моего нового видеоролика. Я буду выбирать рандомно из тех, кто сделал репост. Так что, ребят, дерзайте, делайте репосты, подписываемся на мой канал и нажимаем на колокольчик. Я раздам 5 донат-кейсов на сервере PvP Craft. Это будет совершенно бесплатно. Ну все, я перехожу к своему видеоролику. И раз. Вау! Вау! Так, смотрите, где я оказался? Это второй сервер, ребят! Это второй сервер Skywars, офупеть! Йоу! Всем привет, с вами я, игрок Адор. Сегодня бы я хотел показать вам сервер под названием PvP Craft. И да, ребят, вы видите данный аккаунт Адор Ты Топ. То есть на данном аккаунте, на данном нике будет 5 донат кейсов совершенно бесплатно. И я дам пароль тому, кто подпишется на мой канал и нажмет на колокольчик, а также сделает репост данного видеоролика на свою стеночку ВКонтакте. Я выберу среди репостов рандомно через, ну, любой сайт там рандомный, да, и будет очень круто. Ну все, давайте приступим к обзору. Чтобы зайти, нажимать играть, друзья, нажимайте на эту кнопочку, пишите сюда вот такую инфу: spvpcraft.ru. Это адрес порт 191.34. Имя PvP Craft. Вот и все, сохранить, мы заходим. Отлично, но, ребят, перед началом я хочу вам доказать то, что тут есть 5 донат-кейсов. Давайте даже я посмотрю. DCC, Adore, нижний пробел, ты, нижний пробел, топ. И вот, ребят, кейсов 5, то есть вы можете вон сверху левый угол, вы можете увидеть, там 5 кейсов написано, открыто 0. То есть на данном нике будет 5 кейсов. Вам нужно только сделать 3 вещи, ну вы уже знаете, какие вещи. Хорошо, мы зашли на сервер, вам нужно просто написать пароль и еще раз его повторить. И вы зарегались. Ну, мне сервер очень понравился, потому что он очень крутой. Вот такая вот информация, вся инфа вот это будет в описании, вы можете видеть. Сразу же вижу тут 2 чувака. Ну, привет, привет. Рандомный телепорт и стартовый набор новичка. И раз. Так. Ух ты ж, какой набор тут офигенный. Просто пупенный набор. Так что, ребят, заходите обязательно, берите набор стартовый и можете играть, выживать и просто наслаждаться сервером. Тут донат кейсы есть. Конечно же, вы можете их открыть именно тут. Я их не буду открывать. Ну, победитель. Кстати, ребят, победителя я выберу на следующий день. То есть на следующий день сразу же будет победитель. Я выберу, и ВКонтакте вы можете увидеть видео. Итоги конкурса будет на следующий день. Поэтому, ребят, дерзайте, успейте сделать репост на своей ссылочке ВКонтакте. И также подпишитесь и нажмите на колокольчик. Я буду всех проверять. Также тут есть варпы, вы можете видеть. Вот такие вот варпы. Пауп-арена, работы, автошахта, чаровальный магазин, эликсиры, лотерея, помощь. Ничего себе, тут очень крутые варпы. Давайте мы зайдем, знаете, куда? На пауп-арену. И раз. И посмотрим пауп-арену. Ух ты ж, ничего себе. Вообще замечательная пауп-арена. Очень классная. Мне сразу же понравилось. Окей, там даже есть вот такой вот сундук. Точнее, эндер-сундук, да. Вы можете тут ложить свои вещи и так далее. Это ваш личный шкафчик, как бы. И пауп-арена очень красивая. Давайте посмотрим работы, и раз, вот такие вот тут работы есть, даже можете работать на данном сервере, если вам интересно, да, это же прикольно, ребят, работать, поэтому, ребят, обязательно заходите на сервер, IP и порт будет в описании, заходите, работайте, просто играйте с друзьями и так далее, можете уволиться с работы, например, да, садовник, лесоруб, шахтер, тут устроиться, вот, шахтером можно устроиться, давайте, знаете, кем устроимся, давайте мы устроимся, ну, к примеру, шахтер, так, you have
going to the job Шахтер. Окей, все, у меня есть работа Шахтер. Отлично, вообще круто и вообще классно. Ну а также вы можете увидеть список основных команд. Это Hack, Kidstart, Wild, War PvP, DC, Set Home и так далее. Вы можете увидеть. Так, давайте мы кофе попьем. Сможем ли мы попить кофе? И раз... Отлично, я попил кофе. Давайте зайдем в магазин. И раз. Опа, и мы возле магазина. Так, давайте мы зайдем сюда. Говорят, что магазин очень большой. Вау, это реально очень большой магазин. Ну реально очень большой, очень крутой магазин. Смотрите, большой ассортимент. Мы можем купить Apple, например, да. Нажмите еще раз. И раз. Так, мы купили 4 яблока, это офигенно, ребят, это очень круто. Также есть магазин эликсиров, вы можете увидеть, также можете покупать эликсиры и просто играть на этом сервере. Да, можем купить эликсир уменьшения даже, смотрите, и раз. Так, 10 секунд нужно ждать. Мы выиграли 53 досок, ничего себе, это круто. Так, окей, ну вот такой вот сервер, ребят, мне очень понравился, вы можете даже взять квесты вот тут вот, да. Так, сломать 40 блоков не рукой, награда 2675. Ох ты ж, круто, это опупенно. Также я тут увидел кликер, вы можете кликать и зарабатывать деньги. Помощь тут даже можете видеть, вот такая вот тут помощь. Тут можете всю помощь посмотреть и уже идти выживать, да. Тут чаровальная есть, тут есть мастерская. Давайте мы зайдем в SkyWars. Вроде бы это SkyWars на другом сервере. И раз. Воу! Так, смотрите, где я оказался? Это второй сервер, ребят! Это второй сервер SkyWars, опупеть! Тут есть даже отдельный сервер для SkyWars, вы можете даже купить тут VIP и так далее, вот, сайт автодоната, будет ссылочка в описании. Тут топ-победитель SkyWars, вот, Артур какой-то, молодец. И тут есть вот такие вот игры в SkyWars, да, вы можете поиграть. Тут отдельно прямо специальный сервер сделали, это очень офигенно и круто. Так, тут есть что-то непонятное, что тут? Тут ТНТ можете купить и так далее. Ну, вы обязательно заходите. Вы можете играть на двух серверах, на SkyWars сервере, да? А также на сервере на выживание, окей. Так, мы можем зайти в любой SkyWars, да, посмотреть, что там внутри. И раз. Так, вот такой вот SkyWars тут вы можете играть. Окей, ну, пока что тут никого нету, но вы обязательно заходите, играйте в SkyWars. Все, ребят, с вами был я, игрок Адор. Давайте наберем на этот раз 600 лайков, и я выпускаю новый видеоролик. Поэтому, ребят, не забудьте сделать 3 вещи. Это подписаться на мой канал, нажать на колокольчик обязательно, и сделать репост на свою стенку ВКонтакте данного видеоролика. Я выберу рандомно через рандомный сайт, из репостов ВКонтакте. Поэтому, ребята, репостите обязательно. Это очень важный аспект. Ну все, ребята, с вами был я, игрок Адор. Всем удачи. Всем пока.